Здравствуйте, друзья! Вы видите, мне очередной подарок привезли. Но кепка у меня была раньше, буденовка. А вот это мне привезли из города Тюмени. Значит, женщина Лариса, у которой сын приехал в Соединенные Штаты, супруга. Они сейчас ко мне заходили захватить свои грин-карты. И вот такой галстучек мне привезли. Галстук раритетный, оригинальный, 89-го года. Тут у него этикеточка, я даже не снимаю. Вот, и 55 копеек. Значит, вот эти хвостики маленькие говорят только о том, что у меня шея большая. Но поскольку вы меня видите, я совершенно, можно сказать, стройный молодой человек, я хочу сказать, это говорит о том, какие были худосочные дети при большевиках. И вот я лично, друзья, лично носил галстук вот такой же точно, капроновый там, или из чего он там сделан, полиэстера. И тоже вот у меня была шейка тоненькая, она сейчас разрослась на американских харчах. Вот. И я хотел отдельно женщине Ларисе, вот маме молодого человека, высказать, ну как бы привет передать и поблагодарить за такой, можно сказать, редкий подарок. Мальчик сказал, правда, что у мамы таких три галстука осталось. И она мне вот один, значит, это передала. Ой, а я хочу вам показать вот этот ярлычок, чтобы вы видели. Там еще сзади какая-то. Ну, давайте я так покажу спереди. Вот так. И, ну, кто захочет прочитать, остановит, значит, видео. И другой вот сзади. Там написано, как ухаживать за изделием. Давайте я прочитаю. Надеемся, что наше изделие вам понравится. О, смотри, культурно было в 89-м году. Для того, чтобы оно дольше сохранило хороший внешний вид, предлагаем следующий метод стирки. Не замачивая, выстирать в теплой мыльной пене при температуре 40 градусов Цельсия. Затем прополоспать в холодной воде, отжать в белой ткани. А, в белой. Ну да, чтобы не перешел цвет. Там так, знаете, такая, как замочишь в мыле, там весь цвет уходит. И прогладить во влажном виде утюгом с температурой не выше 160 градусов Цельсия. Вот, друзья, так вот ухаживали за пионерским галстуком. Я вспоминаю стишок, не помню чей. Там нас вот так учили, говорили, как повяжешь галстук, береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного. Вот, друзья, я перенесся назад на 40, не скажу, так почти на 50 лет назад в своей жизни. Спасибо за внимание.